Симфонический оркестр, дирижер, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат Всероссийского конкурса, профессор Игорь Артемьев. Сегодняшняя наша концертная программа полностью посвящена шедеврам русской симфонической музыки, композиторов второй половины 19-го столетия. Именно этот период в русской музыкальной культуре принято считать веком русской золотой музыки. Мы открываем наш концерт сочинением Модеста Петровича Мусоргского «Рассвет на Москва-реке. Вступление по Переховальщине». Дело в том, что это во многом символическое оркестровое сочинение. Во-первых, многие считают, что в этом произведении Мусоргский изобразил картины русской природы. Есть вторая версия музыковедов, что в этом оркестровом номере композитор предвосхищает события по Переховальщине, связанные с новым временем и с правлением Петрова Петра I. Но на самом деле Модест Петрович считал, что это своеобразный голос от автора. Это его «я» в этой опере, его отношение к родному краю. Итак, прозвучит «Рассвет на Москва-реке». Дирижирует Игорь Артемьев. Thank you.
включить в нашу сегодняшнюю концертную программу знаменитую оркестровую фантазию Михаила Ивановича Глинки «Комарица». Дело в том, что это сочинение первоначально было задумано для фортепиано и должно было называться «Свадебное прессование». Действительно, в этом произведении Глинка цитирует две подлинные русские народные темы. Это протяжную свадебную песню «Забор гор высоких» и знаменитый инструментальный наигрыш «Комарицкая», который возник в честь радостной победы и освобождения от татаро-монгольского ига. Также многие исследователи считают, что из этого произведения, как из зерна, произросла вся русская симфоническая музыка. Thank you.
аплодируем. Thank you.
является второй частью знаменитого скрипичного концерта Рахманинова. Андамбль – это лирический центр всего цикла. Музыку отличает неопечатанная и тона. Практически все струнные инструменты играют судьи. Любопытно, что средний раздел этой консонеты первоначально был иным. Чайковскому показался это музыка слишком затянутый, не соответствующий образу всего концерта, и он переписал ее. Но первоначальный вариант переработал и включил в три миниатюры опус 42 для скрипки и фортепиано под названием «Размышления». Итак, консонеты исполняет лауреат международного всероссийского конкурса Эльвира Хаметшина. Дирижирует Игорь Артемьев. Thank you.
симфонической классики, а именно композитор Павла Чекучки и Петра Ильича Чайковского. Произведение, которое вы сейчас услышите, интермеццо номер один, было создано им в Крыму в Ялте и отражает впечатление от красот природы этого удивительного края. Thank you.
означает неравный бой, китежан и татар. Дирижирует Игорь Артемьев.